еще не посмотрели секретную серию от Дом Студио? Ага, здесь у нас вообще события перед 14-м эпизодом. Ого, Кубик, это что еще за секретная сцена? Походу, она нам просто нужна для того, чтобы мы поняли, что происходит здесь в сюжете. Здесь, наверное, покажут какие-то важные детали. Это что только что было? Я сейчас тоже не понял, почему у него просто отвалилась его дрель. Ага, а может быть, она просто снимается и внутри находится что-то другое? Ага, его башка просто взялась и открепилась от тела. Каким нафиг образом? Походу, это такая же способность, как у Динамейчика. Только здесь, рядом с ним прямо сейчас находится этот скибиди ученый. Почему они даже не сражаются? Кубик, а ты хорошо подумай. Ты же не хочешь сказать то, что они вместе заодно? Ну не знаю, нужно будет посмотреть и сами все увидим. Надеюсь, то, что мы все не ошиблись, а башка прилетела к Локвину. Ага, к тому самому шефу. И что здесь сейчас будет происходить? Стоп. Внутри него кто-то находится? Так, Макарёк, такого даже я и не ожидал. Походу, это настоящий Дреймон, только какой-то элитный. Ага, и сейчас они просто решили переговорить. А о чем? Украли Титана? В смысле? Кубик, подожди, слушай внимательно. А где мы его возьмем? Походу, они сейчас просто возьмут и заменят Титана. Но я на самом деле даже не ожидал, что внутри него находится вот этот вот обычный Дрельмен. Не-не-не, Кубик, мне кажется, что он вообще не обычный. Ха-ха, а Титана они, походу, просто называют Стив. Чего? Прям как Стив из Майнкрафта? Не, Борис, мне кажется, там есть еще какой-то другой Стив. И это просто обычное имя. А, ну ладно, а я тоже думал, что мы сейчас в Майнкрафт поиграем. Блин, я бы на самом деле от этого вообще не отказался. Парни, а может быть зайдем, сыграем каточку, вынесем дракона. Тёма, мне кажется, ты немного отвлекаешься. Давай лучше посмотрим, что они хотят сделать. Кубик, ну ты же понимаешь, что это до 14 серии. Да, а самая последняя на данный момент серия 037. То есть это что, получается мы сейчас смотрим очень старый эпизод? Ну да, ну раз нам решили его показать, значит здесь сейчас будет что-то очень важное. Здесь, походу, решили вспомнить историю всех Титанов. Да, как они сражались, и после этого появился тот самый Ультра-Титан. Стоп, погоди, я правильно понимаю то, что здесь его еще только разрабатывают? Да, Кубик, все правильно. Здесь они собираются создать этого мегабосса. И походу этими разработками занимаются настоящие Дрельмен-ученые. Они, конечно, выглядят как-то немножечко глупо. Какая разница? Главное, что они ставят лайки. Надеюсь, то, что у них этого не получится. Тёма, ты чё, совсем забыл, что Красного Титана мы уже видели в сериях? А это значит то, что у Дрельменов все получилось успешно. И я так понимаю, что здесь уже какие-то завершающие стадии. Да, Кубик, осталось совсем чуть-чуть. В него добавили настоящее ядро. Не, Борис, это на ядро не похоже. Там был какой-то огромный титановый шар. Ты не понимаешь, он нужен для того, чтобы поставить главную дрель, голову этого титана. Ага, и по всей видимости, он уже запущен. Не-не, Кубик, запустить еще не успели. Они хотят просверлить несколько туалетов. Ага, и думаю, что это получится успешно. И смотри, это самый первый запуск Красного Титана. Блин, Кубик, а еще здесь есть та самая злая тетка. Вы же ее помните? Ага, Борис, еще нам на секундочку показали хакеров. Я думаю, то, что их внимательные зрители тоже, конечно же, помнят. А это что сейчас только что было? Там был какой-то призрачный Клокмен. Воу, реально? Я, походу, его немного пропустил. Нужно видос перемотать и пересмотреть. Ага, срочно сделайте это. А мы сейчас, походу, просто возьмем и кое-что настроим. Не, Борис, погоди, есть какие-то проблемки. Почему-то не работает какое-то устройство. Ой-ой, что-то мне это все не нравится. Ха-ха, все нормально. Я думаю, что вообще все ваши устройства нужно просто выключить, чтобы мы из скибидисты выиграли. Нет, Сёма, такого ты точно не дождешься. Так, ему говорят, срочно нужно вернуться на базу. Подожди, а что происходит? Ой-ой, Кубик, он почему-то не послушался. А что происходит? Не знаю, и даже Титан на самом деле немного в шоке. Ха-ха, мы, походу, просто не поняли, что этого Титанчика перепрограммировали мои скибидисты. Чего? В смысле? То есть все это время он на самом деле сражался за вас? Ой-ой, Кубик, это что? Получается, что он какой-то двойной агент? Я не знаю, Борис, но вот хвоста на самом деле я у него как-то не припомню. Ой-ой,
Его, походу, еще и немного улучшили. Да, Кубик, теперь он стал сверхмогущественный. Ну и мы, конечно же, им будем потихоньку управлять. Не-не-не, подожди, Сёма, ты что-то неправильно понял. Ты просто пытаешься нас запутать. Кубик, я врубился. Походу, та самая злая тетка просто управляет разумом этого титана. То есть, она просто как-то оказалась внутри него? Как она вообще это сделала? Она, наверное, просто тэпэхнулась. Вы что, не поняли? Сёма, подожди, просто не отвлекай. Он сейчас пытается просто спастись, а его засасывают в какую-то черную дыру. Что там вообще происходит? Ой-ой, Кубик, я уже вообще окончательно запутался. Этот титан за нас или нет? Ну, я думаю, что да. Его нужно прямо сейчас спасти. Чувак, у тебя вроде бы все получилось. Блин, в смысле? А почему портал закрылся? Он должен быть открытым. Сёма, не дождешься. Твой портал в этот раз точно не сработает, и никто туда не телепортируется. Ага, только нашего титана, походу, все равно заразили. Он агрится на титанов, ты мальчика. Не-не-не, вот это на самом деле очень плохо. Не нужно этого делать. Ага, походу, сейчас они начнут сражаться. Ага, а Гормон просто говорит, что нужно быть помягче. Надеюсь, что он не пострадает. Борис, это на самом деле я даже предугадать не могу. Но очень сильно надеюсь, то, что он все-таки останется на нашей стороне. Ой-ой-ой, походу, сейчас начинается битва. Кстати, Кубик, а почему некоторые кадры черно-белые и с какими-то помехами? Ну, в этом 100% должна быть какая-то логика, и думаю, что мы сейчас с этим обязательно разберемся. Нет, Кубик, вы до этого вообще никогда не догадаетесь. Ага, ты давай там дальше выпендривайся. Вообще-то титанчик был немножечко повержен, только походу пришла подмога. Ой-ой, Кубик, этих скеменистов очень много. Нам нужно бежать! Ага, и даже Клокман говорит ТВ-менчику, что ему нужно побыстрее отсюда сгаситься. Ха-ха, а мы тогда 100% сможем заманить этого Дреймана на свою сторону. Не-не-не, нам нужно вернуться к какой-то секретной миссии. И походу ТВ-менчик реально решил это сделать. Он что, просто кинул Дреймана? Блин, нет! Мы не должны его оставлять! Этот чувак 100% должен справиться! Погоди, Борис, а ты понимаешь, мы сейчас в каком времени находимся? В настоящем или тогда? До 14 серии? Не знаю, мне кажется, что еще раньше. Так, здесь еще есть та самая Дрель-Вумен! Ага, которая просто находится за решеткой. То есть получается, что мы все-таки оказались в прошлом. Кубик, держу в курсе. Сейчас вообще-то она точно так же сидит за решеткой. А, серьезно? Сёма, ты опять пытаешься меня обмануть? Блин, почти что получилось. Я вообще-то помню, что мы должны были ее спасти. Так, стоп, что ты делаешь? Разрушь базу Клокманов, если хочешь оставить ее в живых. Ой-ой, эти не могут что-то сделать с нашей Дрельманом. Нет, Борис, походу Дрельману будет очень сильно ее жалко, и он, конечно же, не начнет против них сопротивляться. Да, у нас получилось переманить его на свою сторону. В смысле? Кто, прости? Только не говорите, что он ее сейчас просто уничтожит. Нет, он должен обязательно ее сохранить. Ага, если еще Дрельман погибнет, это будут самые настоящие потери. Ну а сейчас мы просто оказались на базе Клокманов. И я так понимаю, что сюда сейчас придет тот самый Дрельман-Титан. Да, Кубик, он все-таки решился разрушить базу. Но походу тот самый секретный Дрельман, который находится внутри Титана, решил этих Клокманов предупредить. Да, чтобы они просто стали живых. Он не может их подставить. И он просто говорит, что сейчас абсолютно на все без разницы. Нужно ту самую Дрель-Вумен обязательно спасти. Ага, вот они, конечно, офигевшие. Взяли и схватили ее. А Дрельман предупреждает, что этим чувакам нужно бы поторопиться. Кубик, что им нужно сделать? Ну, я думаю, что было бы очень круто, если бы они взяли и поставили лайки. Ну или хотя бы ты можешь это сделать. Да, и обязательно подпишись на канал. Тогда у Кубика скоро будет 1 миллион подписчиков. Надеюсь, что это произойдет как можно скорее. Но мы, походу, опять оказались в той самой решетке. Блин, то есть получается, они ее не отпустили? Ага, и я тебе даже скажу больше. Здесь еще есть настоящие страшные чуваки. Еще и этот ученый. О, тот самый красавчик. Вы же его помните? Ага, мы его уже видели в предыдущих эпизодах. Так, стоп, у нее там есть какой-то маячок? Ой-ой, и походу, ученый его спалил. Подожди, Борис, прямо сейчас он хочет передать им какое-то сообщение. И что он скажет? Давай просто на это посмотрим. Слушай внимательно. I'm warning you. If you destroy your walkie-talkie, then Titan Drillman... Да! Он нас просто уничтожит!
Поэтому я думаю, что вам лучше не рыпаться, потому что Титанчик уже готов это сделать. Так, погодите, я что-то прикола не понял. Он что, получается, все-таки на вашей стороне? Ага, по всей видимости, со скептистами сотрудничать он все-таки не согласился. Он вообще-то должен был разрушить базу клокманов. Почему он этого не сделал? Тёма, я думаю, то, что своих он, конечно же, уничтожать ни в коем случае не будет. Они все-таки не отпускали Дрельбумен, но все, чуваки, вы напросились! Ага, походу Дрельман очень сильно разозлился. Смотри, это, по всей видимости, просто его воспоминания. Да, Кубик, он просто заряжается энергией для того, чтобы абсолютно всех размотать! Ага, он, походу, уже сюда пробрался, прямо сейчас находится прямо внизу под базой скибидистов. Ну все, им сейчас точно будет хана! Кубик, а вот это уже нифига не честно! Ну-ка, отступайте! Не-не-не! Мы этого делать не будем! Сейчас начинается битва! И я думаю, что вы об этом пожалеете! Ага, Сёма, на месте твоих скептистов я бы лучше Дрельбумен отпустил! Потому что сейчас может быть очень плохо! Нет, Кубик, будет очень хорошо! Он сейчас возьмет и всех уничтожит! Подожди, Борис, мне кажется, что здесь что-то сейчас будет! Это еще кто? Кубик, ты что, не понял? Да это же настоящий Титан-спикер! А, ну ладно, я уж подумал, что это прилетел какой-то скибидист, он даже ему помахал, а теперь просто говорит, куда ему нужно нанести удар! Ой-ой, походу сейчас будет очень громко! Да, он просто взорвет! Что происходит? Он решил атаковать нашего же Дрельмана. Чувак, ты что, совсем глупый? Мы вообще-то должны были сломать базу. Зачем он атакует своего же чувака? Я не знаю, Борис, я сейчас сам пока что этого не понял. Может, он просто думает, что этот чувак все-таки двойной агент? Ну это же не так. Он наоборот сражается за нас. А мне это начинает нравиться все больше и больше. А что вы остановились? Погодите, парни, а вам не кажется, что Титан Спикер какой-то немного перекрашенный? У него еще какое-то граффити появилось? Ого, реально, раньше я его не видел. Так, стоп, смотри, они теперь решили друг с другом связаться. Ага, и по всей видимости, камерамен Титан своего дружбана Спикера сейчас должен будет остановить. Он поставил лайк. И это очень хороший знак. Они сейчас просто помирятся. Так, погодите, а мы ведь вроде бы вот этот кадр уже видели. Я правильно понимаю? Да, Кубик, точняк. Он вроде бы был в последних сериях. То есть у нас, походу, произошли небольшие изменения. Вот, блин, они все-таки друг друга не уничтожили. А если ты хочешь узнать, что же будет дальше, не забудь сейчас поставить лайк. 100% подписаться на канал и глянуть следующее видео. Ведь оно здесь уже появилось. Погнали, посмотрим его вместе.